Hello, друзья! Приветствую вас на канале коротких обзоров Ашот Обзор Плюс. И сразу в дело. И сразу приступаем к обзору мобильного телефона BQ Shield Duo. Совсем недавно мы рассматривали с вами BQ Shield под номером 2816, который шел на две сим-карты, но был раскладушкой с одним экраном. BQ Shield Duo отличается тем, что у него двойной экран. Экран снаружи и экран внутри. Это также раскладушка. Здесь какой-то космический корабль на коробке, что у нас сразу показано. В лучших традициях BQ на белыми рисунками на красном фоне. Два экрана, 1200 мАч. Батарея, дуал сим-карта, поддержка двух сим-карт, FM-радио, камера, фонарик. И давайте откроем. Данный телефон у нас в золотом цвете. Такой же рифление, как и на модели 2816, только у нас на передней крышке еще добавлен экран. Сзади мы посмотрим чуть позднее. В коробке у нас также находится зарядное устройство microUSB, комплект бумажечек. И рассмотрим сам телефон подробнее. Итак, вот в сложном состоянии телефон, довольно-таки объемный, не компакт, но в руке моей лежит хорошо. В моей руке лежит хорошо, а открыв его, мы увидим, что там... Ого, что-то как-то он не открывается. А открыв, мы видим здесь наклеечку рекламную от BQ на экране. Давайте ее снимем. Под ней нет защитной наклейки. То есть у нас сразу идет экран. Здесь плоская клавиатура с клавишами быстрого вызова. Сообщение, фонарик, вызов, отбой и кнопочки набора. Да большой довольно-таки экран. Сколько он там заявлен? 2. Не знаю, сколько дюймов, но довольно большой. Так, почему-то у нас микрофон оказался заклеен. Ага, все-таки защитная пленочка здесь есть, вот видно. Вот здесь видно вот так, что защитная пленка имеется. Заклеен был микрофон. Динамик громкий отдельно на таких телефонах обычно находится. Также у нас здесь находится светодиод вспышки фонарика. Какой-то режим использования. С правой стороны у нас качелька регулировки громкости. Снизу отверстие микрофона, отверстие под зарядку для разъема microUSB. Вот мы с вами открыли крышку. Здесь такая батарея. Батареи пошли нестандартные, к сожалению. Далекие от Nokia. И в случае, если они вздуются, а они вздуются, вам придется искать замену или менять телефон. Такая проблема существует. Не хочет устанавливаться сим-карта, разбирается она прямо. Поэтому давайте поставим сначала флешку. Здесь у нас два слота обычные и слот под сим-карты. Два слота обычные под сим-карты и слот под флешку. Так, флешечка установилась. Дело в том, что можно при установке повредить контакты, и тогда под телефон у нас односимичный. Вряд ли кто будет ремонтироваться. Вот мы с вами поставили сим-карту, закрыли телефон, давайте его включим. Привет, BQ, говорит нам, рисует экран. Я смотрю, есть ли углы. Углы, ну здесь ТН, конечно, никакие. IP-матрицы. На внешнем экране тоже у нас BQ. И сразу посмотрим, сразу мы с вами увидим, что внешний экран предоставляет. Ну, обычно часы и последнее событие. Здесь тоже защитная пленочка на экране, на внешнем наклеена. Корпус рифленый, но это пластик под алюминий сделан таким образом. Что-то долго грузится. Первое включение долго. Так, и ничего нету. Вот пришла смс. Ну покажи нам. Покажи смс. Давайте откроем тогда. Ага, надо настройку произвести. Русский язык, часы, время нам не важны. Не важны, а посмотрим, что у нас на внешнем экране. Ну вот, в действительности, статус сим-карт, статус батареи, часы. И все, часы только не крупно. Вот часы не крупно. Хотелось бы, конечно, на этом экране часы покрупнее, потому что многие как бы используют для того, чтобы посмотреть время. Но здесь часы не крупно. Однако на основном экране часы довольно-таки крупно. Здесь вообще все крупно. Крупный шрифт, крупные часы, крупная дата, крупные символы. Символы меню. Включил я фонарик. Вот он фонарик. Включается специальной кнопочкой. На руке вы видите что-нибудь, улучшение? Нет, он слишком маленький светодиод, поэтому отключим его. На экране идет сопровождение, подтверждающее, что я делаю. А мы давайте наберем. Наберем наш номер и послушаем, как звучит телефон, как звучат динамики данного телефона.
громкая связь пока не включена максимально. Ну, все слышно хорошо, вот раздельные динамики это очень как бы позволяет. Вот здесь, не знаю, то ли пленочка, то ли чего защитная. Да, наклеена защитная пленка на вот этом месте, ее просто надо снять будет. Экран погас, и мы включим громкую связь. Здесь раздельная регулировка громкости каждого динамика. И давай, говори. Я вас слушаю. Громкий динамик работает в громком режиме. И какие действия мы совершаем во время разговора? Удержать, завершить, вызвать, записать диктофон, сообщение отослать и прочие стандартные вызовы. Отключаемся. Кнопки быстрого вызова здесь у нас SMS. Сразу написать SMS. Такой хороший экран, хороший шрифт, крупный, все видно. Писать наверняка будет приятно. Клавиатура, кстати, тоже довольно крупно все. Написано, довольно крупно все нарисовано. И видно хорошо, только что тактильного здесь нет ощущения по клавишам. Клавиши гладкие, но они нажимаются. Если ноготком нажиматься, то прекрасно все работает. Еще раз попробуем. Да, нажимается по отдельной у нас. Переключаются языки. А слова набираются отдельно по буковкам. Фотография. Здесь есть фотоаппарат. Давайте оценим, как у нас выглядит фотографии. Легко загородить пальчиком, потому что находится на... Вот так громко. Ну, оценим. В принципе, видно. Видно, что-то получается. А давайте посмотрим теперь, как работает джойстик у данного телефона, что, какие функции можно в управлении использовать. Влево сообщение, но меню сообщения, а не непосредственно сообщение, создание сообщения, потому что создание сообщения вынесено на отдельную кнопку. Вверх аудиоплеер, не подхватывает наши мелодии. Вправо FM радио, без гарнитуры работает. Это обычное меню для VQ. И вниз органайзер. Органайзер мы посмотрим чуть-чуть позднее. Контакты вызываются по правой верхней кнопке. Сразу смотрим 1, 2, 3, 4, 5, 6. На большом экране нам показывают 6 контактов. Добавим контакт, и у нас никаких здесь фотографий, никаких здесь мелодий, только имя и номер. И какие, и сколько количество, и какое количество русских букв мы можем ввести в имени. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20 символов кириллицы. А всего контактов данный телефон поддерживает в своей памяти 150. Как и на простом шеле, здесь всего 150. Второй экран не по памяти, не пошел на пульт. Теперь двигаемся дальше и рассмотрим, что у нас в меню. Вверху обычно у нас игры, фанбокс, смешок, дорожный юмор, игры все платные. Подождите-ка. Брикс бесплатный. Семь игр. Восемь. А Брикс бесплатный. Что такое Брикс в данном случае? Сокобанк или Арканоид? Брикс вообще Тетрис оказался. Бесплатный Тетрис данный. Аппарат позволяет поиграть. Ну, я давно не видел Тетриса на мобильном телефоне. Меню вызовы, телефонная книга, пропущенные вызовы, исходящие вызовы, очистить журнал. Настройки телефонной книги. Здесь всего 150. Добавить новый контакт. Это мы уже осмотрели. Сообщений тоже наверняка совсем немного здесь хранится. 50 сообщений для требовательных пользователей. Настройки. Профили вызова, телефон, экран, безопасность, сим-карты в самолете. Профили без поддержки Bluetooth профиля. Только звонок, вибрации, звонок, режим. Сколько мелодий? 5 мелодий на входящий звонок. И на сообщение здесь тоже 5 мелодий, но без возможности установки с флешки. Вызовы, быстрый набор. Состояние быстрого набора включено. Давайте проверим. Да, то есть быстрый набор есть, и можно сразу назначить кнопочку на быстрый набор.
расширенные настройки позволяют нам ввести черный список и режим ответа. Настройки вызовов, ожидание вызова, переадресация. Телефон. Не вижу я черный список, пока возможно безопасности бот. Время, дата, предпочитаемые клавиши и так далее. Экран, показ, дата, времени, другие настройки. Интересно посмотреть. Подсветка экрана. Подсветка клавиатуры, анимация включена, выключена. Безопасность. Защита телефона. Изменить. Брос настроек в самолете. И так мы не увидели черного списка. Вот он в вызовах может быть. Расширенных настроек. А, нет, черный список есть, он в действительности находится в расширенных настройках вызовов. Следующий пункт у нас камера. Камеру мы с вами посмотрели. Мультимедиа, аудиоплей, FM-радио. FM-радио вызывали через джойстик, и он нам показал, что работает без гарнитуры. То есть подсоединять гарнитуру. А тут некуда подсоединять гарнитуру. Здесь нет поддержки гарнитуры. То есть этот телефон в качестве плеера только использоваться может как внешний. Внешний плеер с громким динамиком. Давайте загрузим Powerbank видео. Послушаем, как работает, как звучат динамики здесь. Да? Китайского производства, подделочка под Xiaomi. Вот такой. Слушать видео здесь можно. Также можно и послушать и аудио. Органайзер. Наверное, самое интересное, это органайзер. Bluetooth. То есть гарнитуру можно подключить по Bluetooth, и все. Никаких проводных гарнитур здесь не будет. Будильник на 5 событий. Секундомер. Секундомер в двух вариантах. Секундомер и таймер. Мировое время, календарь, калькулятор. Не крупно, но все видно. За счет размера экрана здесь все видно. Сим-меню, сим-меню 2. И опять-таки крупные часы. И что мы можем, какие итоги подвести по данному телефону? Данный телефон практически полный аналог BQ Shell 2816, за исключением того, что появился второй экранчик для отображения какой-то информации, активности. Но довольно скромные часы, к которым надо присматриваться, и каких-то других новшеств данный телефон не предвносит. Ну, вообще, отличие от данного телефона, от модели BQ Shell 2816, это наличие второго экрана. Наличие второго экрана может являться как преимуществом, так и недостатком. Кому-то этот экран нужен, чтобы была возможность посмотреть, не раскрывая телефон, тем экономя, тем таким образом экономя количество раскрытий. Закрытие крышки, потому что шлейф тоже не вечен. А кому-то, наоборот, внешний экран не нужен, потому что он просто-навсего может быть деформирован при внешнем механическом воздействии. Поэтому есть такой выбор. Можете выбирать с двумя экранами раскладушки, можете выбирать с одним экраном раскладушки. Это кому как требуется, кому как хочется. Это хорошо, что есть выбор. Вот мы с вами рассмотрели данный телефон. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите свои предложения. Как он звучит, вы узнаете на канале Ашот Обзор Плюс. Не забудьте посетить этот канал. Если вам интересно, как звучат телефоны, как звучат входящие звонки, подписывайтесь на нас, оставляйте комментарии. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.